Всем привет, ребят. А я еду в клинику. Правда, мне нужно было ехать еще с утра, но поскольку мы перешли на дистанционное обучение и, соответственно, сейчас онлайн, они обучаются и некоторые уроки проходят онлайн. Поэтому мне там надо было настраивать и находиться, так скажем, в соседней комнате. А сейчас еду уже в больничку. И по идее, наконец-то я заберу свою выписку. Уже прошел месяц со дня операции, я еще не забрала. Потому что они оттягивали этот момент. Вот. То гистология не пришла, то еще что-то. То задерживается, то позже заберешь, то сначала осмотр будет. Ну и вот так вот почему-то они оттягивали. Надеюсь, сегодня мне уже выдадут. У нас снег выпал. Снова идет снег, снова морозно. Вон, видите, как оно тут. Блин, так интересно, когда идешь с этим телефоном, блин, с той рукой. Не знаю, как здрасте. С одной стороны, с другой стороны, просто снимаю влог. Люди так смотрят, бывает, что аж заглядывают прям. Но я внимания не обращаю. Видите, какой у нас снег. Красота, лепота. Вон снежно. Это я решила пойти через парк. Ну, как скажем, парк. Громко сказать, наверное, парк. Сквер такой. Но в целом называется парк. Снежка выпала снова. Честно говоря, уже хочется весну. Чтоб все цвело, пахло. Расцветало, было тепло, и можно было не носить эти дурацкие шапки, я вообще шапки не люблю. И этот, как его, куртки, вот это все на себя, кучу одежды, сапоги. Хочется уже такого вот чего-то тепленького. Так, буду двигаться, в общем, пока отключусь. Купила бахилы себе за 2 гривны. Все, я дошла снова сюда. Боже, у меня аж какое-то странное ощущение внутри после того, как я сюда зашла. Такие воспоминания страшные. Все, что со мной делали вообще, как оно все это было. Честно говоря, очень страшно. Не по себе даже как-то. Не думала, что будут такие ощущения. Сейчас жду доктора своего. По идее, осмотр и отдаст выписку и гистологию. Ой, фух. Все, ребята, отстрелялась я, все забрала. Слава богу, гистология, все окей. Все было доброкачественным. Но я узнала, что у меня был перекрут. И как я еще с ним проходила, это вообще... Интересно, кто меня так охраняет? Все сделано тупо вовремя. Вообще, вот так вот. Я не знаю, чуть ли не поминутно. Офигенно, конечно. Ну, сказали, теперь через 3 месяца. Там еще кое-что надо будет поделать, чтоб спаечный процесс сильно не беспокоил. Вот. Еще нюансы. Небольшие. А так все. Будет тип-топ. В принципе, можно сказать, что я довольна. Но дай бог, чтобы такого больше не было. Потому что это на самом деле ужасно. Просто ужасно. Я не знаю. Это муки ада какие-то. Реально. Без всяких там преувеличений. Я не знаю. Образно говоря, конечно. Фух. Сейчас я купила тут немножко к чаю. Поднимаюсь домой. Ну как я не люблю 5-й этаж. Пипец. Почему мне постоянно попадаются квартиры? Или 5-й этаж. Или 9-й. Это капец. Я чуть не люблю. Старость уже пришла, все. Подниматься уже сложно. Не побегаешь, не поактивничаешь. Где активная Ксения? Где? Где спортсменка, комсомолка, чемпионка? Не могу, короче, все. Все.
Я сдаюсь. Спортом надо заниматься, ребят. Но сейчас реально, на самом деле, нет времени. Разве что на какую-то зарядку дома. И все. А на спортзал времени пока что нет. Ну и плюс там нужны сертификаты и вакцинации. Вот, у меня этого добра нет. О, привет, а ты что, меня слышал? Может, меня весь подъезд слышит. Ладно, ребят, все, я уф. Пока-пока.